нравится именно вот ваш бизнес, ваша модель? Компания ЧЕП – мировой лидер в области оптимизации цепочки поставок как для производителей, так и для ритейлеров. Основная идея оптимизации цепочки поставок заключена в использовании многооборотной тары для различных типов товаров и их движения внутри производителей и ритейлеров. Модель заключается в двух словах в том, что производители и ритейлеры, присоединяясь к идее использования многооборотной тары, берут в аренду многооборотную тару типа палет у ЧЕП, вместо того, чтобы покупать ее традиционным путем на рынке палет, как это было раньше и зачастую происходит сегодня. Благодаря тому, что товар приезжает на палетах ЧЕП, эта торговая сеть больше не занимается никакими вопросами, связанными с палетами. То есть, грубо говоря, вопросы закупки, сортировки дальнейшей, утилизации мусора, поломанных палет, они все исчезают полностью. За счет этого достигается оптимизация цепочки поставок, сокращение расходов на РЦ с операциями, ускорение многих операций с товаром. Мы предлагаем три основных решения. Первое решение – это стандартная европалета 120 на 80. Палета от ЧЕП имеет стандарт очень близкий к ЕПАЛ. Это, по сути, тот же уровень качества, грузоподъемности, безопасности. Это основной вид решения, который используется. У нас есть еще два специальных решения, которые доступны производителям и ритейлерам в России с 2018 года, с наших складов в России. Это решение также для повышения эффективности промо-акций, дисплеев, увеличения продаж в магазинах. Второе решение – это полупалета. Полупалета позволяет строить специальные готовые припаки уже на производстве у поставщика, которые могут дальше либо кросс-доком очень быстро и эффективно проходить РЦ торговой сети и сразу развозиться, распределяться по торговым точкам, где сразу же могут вставать либо в конец гондолы, либо в специальные зоны кросс-промо в соответствии с оптимизированной планограммой и повышать продажи этих категорий SKU для определенных поставщиков, кто эту модель использует. И третье решение – это четверть палеты. Четверть палеты используется для, очень эффективно используется европейскими ритейлерами для тех категорий товаров и с теми поставщиками, с кем производится промо. Промо-акции с припаками или дисплеями. Чем эта модель хороша? Тем, что палета специально сконструирована, четверть палеты специально сконструирована для этих промо-акций. И с этой четвертью палеты удобно работать рохлей, перевозить ее по торговому залу, легко перемещать. На порядок возрастает эффективность логистики с промо-акцией. Выигрывает не только сам ритейлер за счет того, что он получает единый стандарт, гарантированная надежность, нулевые издержки по работе с палетами, они все сокращаются в ноль. Повышаются продажи в торговом зале с квадратного метра, где эти системы используются. Но поставщик тоже становится более доволен сотрудничеством с сетью, потому что это также экономически выгодно и для поставщиков. Продажи тех категорий, которые используют такие решения, обычно растут. Также сокращаются издержки у поставщика, и зачастую здесь также работает и экономика, в том числе и для поставщика. Вместо того, чтобы покупать палеты, данная модель пулинга от ЧЕП, она позволяет брать их в аренду и не иметь дополнительных расходов на палеты. Аренда всегда дешевле, чем покупка. Кроме того, там возникает целая серия дополнительных финансовых преимуществ, то, что сокращается рабочий капитал, который обычно вкладывается при покупке в палеты. При более-меньшей арендной ставке, арендная ставка списывается на расходы, она не морозит рабочий капитал. Основной материал для производства палет – это дерево. Мы используем исключительно FSC-сертифицированную древесину. FSC-сертифицированная древесина позволяет точно подтвердить, что дерево используется только из контролируемых экологичных возобновляемых источников. После использования палеты производителем, после поставки товара к ритейлеру, после использования этой тары ритейлером в своих нуждах, вся ненужная тара забирается сотрудниками ЧЕП, поставляется на сервисные центры,
там она инспектируется, ремонтируется, восстанавливается, сушится, готовится к повторному кругу использования. И таким образом мы продлеваем значительно жизнь палеты на десятилетия. Порядка более чем 20 партнеров сейчас заинтересовались этой моделью в России. Идут активные тесты, первые попытки использования этих решений в России. То, что мы слышим от первых партнеров, коллег, отзывы очень позитивные. Компания активно инвестирует в российский рынок и инфраструктуру здесь. Мы значительно расширили свои возможности в центральном регионе за последний 2017 год. В планах на этот год продолжать расширять нашу инфраструктуру и предложить как ритейлерам, и так и производителям товаров России наши сервисы по всей стране. По всей стране, в любом регионе. Я думаю, что сама идея пулинга, она подразумевает возможность перемещать товары по всей России, ну и я даже могу сказать, что по всему миру.